и он одержал ее, победу, Винчеро. Многие известные люди были удостоены звания народного артиста, но не всем народ подтвердил право на эту честь. Звезда, которая получила такое подтверждение, горит на небосклоне классического искусства не одно десятилетие. И в эти дни маэстро отмечает 70-летний юбилей. Итак, Михаил Иванович Мунтян, народный артист СССР, признанный лучшим тенором Молдовы. Михаил Иванович, в одном из интервью вы сказали, певцом может стать не каждый, если даже он изменит голос. Для этого нужно обладать еще десятком других качеств. О каких чертах личности здесь идет речь? Я всегда вспоминаю французскую певицу Эдит Пиаф. Это была певица уникальная, которая вошла в историю. Но она сказала потрясающую фразу, которая мне очень нравится, что певцов много, дайте мне личность. Какие выступления стали самыми запоминающимися в вашей творческой карьере и почему? Каждый выход на сцену – это событие для меня. Это меня когда-то один профессор спросил, как ты можешь переходить из одного состояния в другое. И поэтому каждое выступление для меня запоминающееся. Но, может быть, я помню, когда мне присвоено было народный артист СССР, я был в Кишиневе, театр был на гастроли в Санкт-Петербурге, в то время Ленинград. И я приехал, я просто на 3 дня приехал в Кишинев, и я приехал на гастроли и пел спектакль очередной. Там было объявлено «Народный артист СССР». И вот тогда я почувствовал, как у меня дрожат колени, потому что я должен был соответствовать. Знаете, если вот любое звание, потому что я честно могу сказать, что я никогда не боролся за эти награды, звания, но они обязывают. И, в общем-то, я думаю, что это запоминающе. Запоминается и первый выход, когда я в 72-м году выходил в «Тоске», первая моя роль. Но каждый выход на сцену – это для меня радость, для меня, конечно, я не знаю, Бог меня наградил такими качествами или родители, или я сам такой. Я очень люблю выходить на сцену, потому что я хочу дарить людям то, что я знаю, вот эту красоту музыки. Вы давно состоявшийся в жизни и профессии человек, однако осмелюсь спросить, есть ли то, чего вам в жизни не хватает? Ну, это очень философский вопрос, потому что человеку всегда чего-то не хватает, он стремится. И потом, вы знаете, нельзя останавливаться, нельзя никогда не в любой ситуации, в любом возрасте. Не должно быть такое ощущение, что все, я уже все сделал, уже я могу, так сказать, я думаю, что я никогда отдыхать не буду. Потому что я люблю работать, я люблю действовать, я люблю передавать своим студентам то, что я знаю. А то, чего я не добился, может быть, в какой-то мере я жалею, что большинство из моей карьеры большинство лет
я был закрыт. Вот это я больше всего жалею, потому что выезжать куда-то на гастроли, это было очень сложно, потому что все мы знаем, что жили за закрытым занавесом, как говорили. Знаете, я хочу вам сказать, что когда достигаешь какого-то возраста, у меня все-таки уже в этом году исполняется 70 лет, очень трудно подумать, а что бы ты делал, если бы не это. У меня было в юности, в детстве очень много планов, очень много мыслей, очень много желаний. Я хорошо учился в школе, я уже об этом говорил, хотел учиться в университете. Но я думаю, что если бы у меня было что-то другое, я бы все равно со временем бы пришел к музыке. Многие из моих коллег, тот же Женя Нестеренко, солист Большого театра, которого я очень хорошо знаю, мы друзья, он тоже учился там на другом, по-моему, архитектурный. Такая, та же Елена Образцова, с которой я пел, та же покойная Ирина Архипова тоже заканчивали, они одни. И я думаю, что если бы я не пришел бы сразу к музыке, я бы со временем все равно пришел, потому что мне очень нравится фраза, что все слова врут, одна музыка правду говорит. Михаил Мунтян считает, что его долг – искать, находить, пестовать, ставить на долгую творческую дорогу тех, кого судьба одарила талантом. У него никогда, даже на мгновение, не мелькала ревность, мысль, что рядом с ним может оказаться соперник. Не потому, что думал, они не могут стать лучше меня. Нет, здесь другой смысл. Он часто утверждает, я должен вести своего ученика до победы, и если он станет лучше, чем я, певцом, значит, я победил. Значит, это и есть награда за смелость, как поется в песне. А ведь бывает и по-другому. Зависть, соперничество, даже ненависть. Некоторые солисты старшего поколения закрывают путь молодым талантам. Мунтян же наоборот, счастлив победами многочисленных своих учеников. И в этом тоже его великий талант.
на протяжении 2 лет, посещая этот замечательный оперный театр, мы приходили на спектакль с участием Михаила Ивановича и восхищались всегда его выступлением. В любых спектаклях, которых принимал Михаил Иванович, это был всегда праздник. И я решил для себя, что я должен заниматься именно у Михаила Ивановича. И по истечению срока на подготовительном отделении я с первого основного курса попросился именно, чтобы я учился в классе великого маэстро. Любящий муж, заботливый отец и дед, мудрый наставник, успешный артист, настоящий человек. Во всех этих профессиях состоялся Михаил Мунтян. Но путь этот был бы невозможен, немыслим без той, которую недостаточно назвать уже затертым словом муза. Друг, соратник, жена, музыкант, талант Галина Андриановна Мунтян. Первый раз я его увидела на лестнице в нашей консерватории. И меня покорило и... немножко удивила даже его роскошная улыбка. Она была настолько открытой, сердечной, что я поняла, что этот человек добрый. Это одно из самых главных его качеств – это доброта, добропорядочность, затем очень трепетная любовь к семье, к детям и, конечно, музыка, без которой он не может жить. А это качество любви к искусству вообще меня тоже его покорило, потому что человек, он очень образованный, много читал и читает, знает много музыки и всегда умеет очень красиво говорить. Еще мне нравится в его характере это отсутствие пренебрежительного отношения к людям. Какой бы человек плохой ни был, но он всегда к нему относится по-человечески, по-доброму. Кто бы плохо о нем ни говорил, он на это не обращает внимания. Он продолжает к человеку относиться чисто по-человечески, с уважением. Я думаю, что это дорогого стоит. Король Кастилии однажды влюбился в девушку красу, пленившись песнею ножницы, когда охотился в лесу. Сегодня непростые дни. В театре есть проблемы, которые Михаил Мунтян считает судьбоносными. Но не тот это человек, чтобы в жертву проблемам принести самое дорогое, что есть в его судьбе – театр. Он оптимист и хорошо понимает, что история сама расставит свои вехи на пути к вечности. В театр он приходит петь. Его задача делать это так, чтобы зритель еще много раз пришел на спектакли. Ему некогда заниматься разборками. Он артист, и этим все сказано. Рассказ об этом человеке заслуживает масштабного многосерийного фильма, многих интервью, очерков, передач и яркой документалистики.
но и этого не хватит, чтобы отразить все то, что представляет личность Михаила Мунтяна, все, что связано с ним. Трудно собрать все слова признательности и восхищения, которых он действительно достоин. Лучше всех наших слов расскажет его уникальный голос, его артистизм, тонкий, глубокий, отшлифованный самой природой врожденный интеллект, обогащенный непрерываемой работой над собой. Самоирония и юмор, делающие его харизму неотразимой. Mi bastaste carne belle, mi bastaste carne belle. Tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. Cento rose incappucciate, d'intamardo la miscate. Late rose, rose, late, ben facete, come fatto. Non c'è bisogno di zingira, padivi, la conce. Come te va, ta mami, ta ossaccia, meglio te. Человек, который потерял чувство юмора, реальную самооценку и умение посмеяться над собой, не может стать настоящим артистом, всегда утверждает маэстро. Большой певец и великий мудрец, он считает, что все нужно делать с учетом мнений коллег, общества и в конце концов в соответствии с временем, в котором ты живешь. Вечный оптимист Мунтян дарит всем нам свою потрясающую улыбку, говоря: «Все будет хорошо, вот увидите». Жизни цель в тебе одной.